Всем привет! Долгожданно наконец-то наступило тепло. Прошло 2 недели холодов и морозов, и сегодня уже обещают плюс 20 градусов. Как вы поняли, друзья, из названия видео, сегодня у нас видео необычное. Ни охота, ни рыбалка, и ни походы. Я думаю, это будет интересно всем тем, кто занимается водомоторной техникой, у кого есть моторы, у кого есть лодки. А я думаю, таких на канале много. Сейчас из ПНД материала делают многие вещи, в том числе и волокуши. Это зимой я их испытал. Очень понравились, ну и конечно же делают из них лодки. Но у нас в республике номер один по производству ПНД лодок и волокуш, это конечно же Максиход. Но не только, думаю, в республике. ПВХ лодки у меня есть и были, на металлической железной лодке тоже у меня опыт есть раньше, передвигался, но на ПНД ни разу. Ну и лодки-то не простые, а специально подготовленные по мелководью, так что вперед, погнали. Ну вот, как всегда, друзья, так бывает. Охота закрывается и наступает тепло. Сейчас, наверное, гуси, утки. Все полетит, все будет передвигаться на север. У нас сегодня, друзья, 19 мая, и на деревьях даже нет ни одного листочка. Даже трава свежая вот не выходит. Вот такая весна. Смотрю, уже вот лодочки стоят. Друзья, лодки погружены у нас, потихонечку двинемся. Скачут, прыгают, надо, короче, в лодке нагружать моторы, там, вещи, шмурдяк, тентом накрывать, тогда мягче будут идти, а так они вон скачут, прыгают, как будто бы прицеп пустой вообще, да? Есть такое, пару мешков с песком бы кинуть туда. Легче. Ну, это легче, да? Нет, давай еще немножко. Давай нос туда. Нет, туда. Да? Вот так будем разворачивать. Донор, донор. Носом. Так проще, да? Да, мотору сразу повесить и одну, вторую следом. Ух ты, ёптись. Знакомьтесь, Яков Максимов. Наконец-то у нас потеплело. Давно мы планировали это выезд. Эти, можно сказать, покатушки. Вот. Ну, сейчас Яков расскажет, что за лодки у нас сегодня. Да. Сегодня у нас, скажем, обе лодки нового образца. Лодка ХТ-8, но с изменениями. То есть у нас есть уже в модельном ряде модель ХТ-8. Это лодка с небольшими изменениями. То есть мы еще на воду ее не спускали. Сегодня посмотрим, как она себя покажет. В дальнейшем как бы расскажем, какие здесь были изменения внесены. Если эти изменения, конечно, в лучшую сторону. Это мы еще посмотрим. Эта лодка в нашем модельном ряде К6, она уже была на воде. В этот раз просто мы еще хотим ее хорошенечко прокатить на моторе уже 9,9, но не нашего, не нашем моторе, другом. То есть каждый мотор все равно по-разному себя ведет, посмотрим. А в тот раз мотор был? В тот раз был мотор 9,9 Таяма, сейчас здесь у Андрюхи мотор 9,9 Хайди. Вот. Винт, в принципе, что там 11 шаг, что здесь 11 шаг. Будем смотреть. То есть, я помню, как прекрасное видео у нас есть, как она шла под этим мотором. Посмотрим, как под этим. Потому что много, скажем, мы сталкивались часто с тем, что, к примеру, наша Таяма под 9,9 идет. Хорошо лодка, все себя хорошо показывает. Здесь килеватая лодка для волны, для обычной воды. Ну, в принципе, сейчас весна, сейчас воды много. Это лодка с тоннелем, то есть надо тоже понимать, что здесь КПД немножко другое, да, потому что тоннель немножко, скажем, играет отрицательную роль на скорость, на управляемость, но при всем при этом она позволяет ходить по мелководным участкам рек.
Вот. Мелководье, я не знаю, найдем сегодня или нет, но в принципе и тут так понятно, что транец намного выше, чем здесь. Мотор выше однозначно, и сантиметров 25-30 хватает для того, чтобы ходить на таком моторе по мелководью на винте. Пойдем покажем туннель. Да, пойдем. Да, на испытаниях сегодня, поэтому здесь ни весел, ни паёлов как бы нету, просто пустая лодка. В общем, пилотная она. Да. Байдарочное весло, веревка, бензин, мотор, человек с небольшим шмурдюком, все, больше ничего здесь нет. Но также мы будем садиться вдвоем, также будем прокат вдвоем делать. Найдем какое-нибудь местечко, припаркуем одну лодку и на другой погоняем, потом наоборот. Можно, в принципе, готовиться уже к спуску, ну и пробовать. Пойдем вверх по течению, прокатимся, посмотрим, поменяемся, сделаем замеры скорости. В общем, мне очень интересно. Я больше первый раз на таких лодках на ПНД. А материал интересный. Я думаю, вытащить, но ее так же и вытащим. Ну точно здесь не бросим. Твердое дно, жесткая лодка. Сейчас будем потихонечку подниматься вверх. Пониже сделать, да, его? Нет, наоборот, повыше. Повыше? У тебя на каком отверстии? На втором? Да. Надо на третье? Попробовать на третье, потому что лодка выходит и вот так вот становится. А-а-а. То есть идти-то идет, как бы, вопрос. Где-нибудь на берегу притормознемся. Вообще кайф. Не знаю, у меня выскакивает прям и идет идеально, и по высоте, и все нормально. Ну, короче, как будто тут и стоял. Я, друзья, сразу вам покажу. Как выскакивает на глисс? Ну сразу же, буквально, вот она, все. 2 секунды и на глиссе. И скорость хорошая, главное, а? И вот такой поворотик. Что самое главное, можно швартоваться на берег, не боясь, что там проколешь лодку. Обычно ПВХ всегда осторожненько подходишь к берегу, потому что камни, стекла, проволока торчит, бывает часто. А тут можно прямо сейчас носом взял, заскочил. Сейчас вам покажу. Вот так вот заскочил прямо на берег, и красота. На этой лодке вообще можно выскакивать, я думаю, что до мотора. Яков переставил на третье отверстие, немножко завышает нос. Вот, немножко сейчас приподнял винт, получается. Попробую. Народ мотор обкатывает, смотрю. Как ни говори, как ни крути, но такой формат лодки должен быть линч. 5 метров? Да. 4,5 это на одного, на двоих максимум. С другой стороны, кому-то и такая тоже пойдет. Во-первых, у нее цена будет меньше.
у 4,5-метровой. Ну и она легче. Осадка у нее получается ниже, чем К6 у КТ-8. Ну потому что таким образом сконструировано, что у нее мало килеватость практически, на минимуме. Да, у нее почти плоское дно. Если такую килеватость применять в этих лодках, то надо лодку делать подлиннее. Если 4,5, то скорее она должна быть такой, как вот сейчас она у нас идет, на которых уже многие люди пользуются, ходят. В принципе, хорошо, все довольны. Вот. А так, что, идет и идет. Сейчас потом сядешь, попробуешь тоже на себе. То есть она вообще такая, прям чувствовать ее надо. Резко в повороты не войдешь, как бы, да? Как на этой. Тоннель. Как на этой, да? Да, как на этой, я не знаю, но у этой другие характеристики. Я на это попробовал, она заходит на ура просто. Да, то есть если бы мы сейчас шли где, ну, летом, да, вот тут вот где, скажем, косы там, песок, пляж, то я бы здесь, на этой бы просто вот, ну, ходом или не ходом как-то бы пролетал, ты бы где-то уже цеплялся, то есть. У меня, друзья, лодка К6 называется, 4 метра длиной, ширина по низу 120, по верху в развале 156. В носовой части имеется вот такой лючок. Кстати, лючки внутри поменяли, да, крепления очень удобные стали, на такой защелке очень быстро. Ну, здесь можно положить какие-то вещи, чтобы они не промокали. Передняя лавка, она передвигается очень удобно. На салазках, то есть можно ее поставить вперед к носу, вам столик, пожалуйста. Ну и для пассажиров можно сюда передвинуть. Боковые полочки слева, справа. У меня здесь рация лежит, телефон лежит. Можно сюда спиннинги складывать, ружье положить, всякую мелочевку без проблем. Ну и сзади два лючка получается. Здесь у меня масло. Тоже можно всякое складывать. Объем большой, много что влезет сюда. Толщина ПНД 8. Абсолютно везде 8. Целиком, да? Да. А у тебя КТ-8 тоже 8? Да. Так что, я думаю, надежная лодка. Сейчас мы дальше прокатимся. Ну и погоняю, посмотрю, как она будет себя на скорости вести. Но пока что на глиц выскакивает, прям вот чуть газу, 2 секунды, и она прыг, и все, и уже идет на глисе. Ну класс. Можно стоя, да? Можно, тут просто нет. А, полов нет, полов пока. Нет, да. Тоже тестовый вариант, образец. Абсолютно пустая она, да. Я за тебя иду, вообще волн нету. Думаю, подскочу сзади тебя на волнах. Ну, минимальные волны, немножко есть, а ты тогда больше. Прям в разы. Вот так вот идет осадка мотора. Сейчас мы поменяемся, попробуем сначала вдвоем прокатиться на этом месте, скорость замерим, потом попробуем на КТ-8, также в одного попробую вдвоем, то сейчас, ну, протестим, как они вдвоем, то есть в одного тогда легко, а как они вдвоем пойдут, сейчас все это покажет. В общем, переместились мы в лодку К6, сейчас попробуем на 9,9, 15, как пойдет лодка.
идем против течения. Вверх реки. 32. Против ветра. Против ветра, да. Сейчас развернемся, попробуем. И обратно вот так же. 32, короче. Нормально, да? Можно перемещаться в ней. А так, если со спиннингами ходить, то одному там, одному здесь. То, что удобно, лавка переезжает, ее можно то все двигать, как столик. Ну, вот рыбачить так можно. Здесь как стол. Здесь вот одного места впереди, как лавка идет. Ну и сзади место. Перешли мы на КТ-8 нового образца, но... то есть это не та, которая сейчас у нас выпускается. Здесь есть изменения по дну. Пока такого прям большой разницы не вижу. Пока большой разницы не вижу. Та немножко даже, по-моему, получше. 10 кВт больше. 10 кВт больше. Но на КТ-8 с тоннелем, скорее всего, кВт-ность не играет положительную роль, я так скажу. Потому что насадка, настойчивость, на ней, на той лучше, чем здесь. По крайней мере, пока что я вижу. Так надо, конечно, ее потестировать, походить, побольше, так сказать, смотреть. Ну что, идем? Да, давай пробуем. Тестовый вариант, пока полы еще не постелены, поэтому, но передвигаться можно, то есть нормально, можно стоять со спиннингами, один там человек, один в носу, и так я сейчас сам в нос передвинулся, получается. Ну слушай, не, нормально. Так, в целом, для такой лодки, таких размеров, я думаю, отлично, да. Фига себе какой. Катамаран такой идет. Как она заскакивает легко на берег. Раз. Сапог можно летом не одевать. Ну. И что самое интересное, хватает объема воды для работы винта. Нет прохвата воздуха. Лодка практически вон на мели стоит, если воды по щиколотку, а мотором не цепляет. Чуть-чуть он сейчас вот начал цеплять только. Можно вообще близко его подтаскивать к берегу. Вот так вот можно даже. А сейчас лодка на мели. И вы спокойно, если даже заскочите на мель, в одного эту лодку столкнете без проблем. Сейчас попробую сделать все в одного, то же самое. Ну и вот так вот в одно попробую лодку скинуть, очень легко. Хорошее у нее скольжение у ПНД, из берега прям сталкивается на ура. И, конечно, непривычно, она такая узкая и длинная. То есть сюда, в принципе, вещей загрузить будет очень много. Показала по течению около 40 км в час в одного. Против течения! Ну, нравятся мне такие вот длинные, узкие и
прям не сказал бы, что у нее ходкость меньше. Нет, ходкость-то не меньше. КПД мотора теряется за счет тоннеля, но тоннель дает свои преимущества. Переместился в К6. Попробуем замерить скорость в одного против течения. Против течения, против ветра 36-37 км в час получается. Сейчас мы попробуем то же самое, только уже по течению. Скажу, для чего вот нужна, например, лодка КТ-8. Лодка нужна именно для мелководья. Имеется туннель. Вот мы сейчас находимся на реке Сысола. Летом она очень сильно мелеет. И местами прям люди не могут на обычном моторе пройти на лодке. И для таких условий, для каких-то лесных речек, такая лодка пойдет в самый раз. То есть, если вы перемещаетесь, например, на больших реках, где у вас постоянно там глубина есть, то может есть смысл рассматривать К6. А в таких условиях, на малых реках или у вас очень много мелководья, какие-то перекаты есть, то, конечно, КТ-8 будет выигрывать. У нее плюсы какие? Проходимость на мелководье, но опять же у нее по сравнению с К6 минусы в том, что она чуть хуже управляется, чуть меньше у нее КПД, чуть меньше у нее скорость, примерно скорость меньше на 3 км в час. Мы сейчас прикинули примерно. Полчасика покатаемся, может немножко вверх поднимемся. Вот. Погода хорошая, позволяет, так сказать. Ну и потом будем возвращаться уже ближе к дому. Друзья, пробуем одновременно стартануть. Моторы одинаковые. Как они пойдут? Давай на раз, два, три. Раз, два, три. Вот, я первый, но сейчас он меня обойдет. Вот, пошел, 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 пошел. КТ-8, которая у нас выпускается, она уже работает, на ней люди ходят. Единственное, был вопрос, как она будет идти по волне. За счет того, что у нее малый угол килеватости, она, скажем так, по волне шла, ну, хлопала, скажем, да, не разрезала сильно волну, а так в основном хлопала. Ну, с другой стороны, эта лодка как раз таки предусмотрена для мелководных участков рек, поэтому тут, скорее всего, надо человеку самому понимать и выбирать, по волне он будет ходить или по мелкой воде. То есть на ней по волне также можно идти, но надо помнить и знать, что там килеватости как таковой особо нет. То есть мало киловатт. Вот. Стоит ли добавлять киловаттость? Пока не знаю. Пока не знаю, потому что тем самым мы уменьшим КПД мотора. То есть поступать в тоннель вода, каким образом будет, надо все это тестировать, смотреть опять же. Лодка К6, она, ну, она для обычной воды, то есть мотор здесь стоит как в обычной лодке, как в обычной надувной лодке. То есть высота транса у нее стандартная для моторов, для обычной воды, для глубокой воды. Поэтому она себя и ведет стандартным образом, она идет без проблем, режет волну, выходит на глиз. Кстати, на глиссер эта лодка пошустрее, да, пошустрее выходит? Выходит, да. Пошустрее выходит, потому что у нее волна киловаттости меньше. Но потом, конечно, К6 делает, потом, да, делает
быстрее скорость и, скажем, ну, выходит на глиссер и идет так пошустрее. Давно я хотел попробовать именно жесткие лодки из ПНД. То есть опыт у меня раньше были металлические лодки, это старые наши советские, там типа Воронеж, Обяшки. Вот, ПВХ лодки уже там лет 6-7 уже езжу на ПВХ лодках. Но вот именно ПНД материал для меня был очень интересен, потому что зимой мы уже волокуши испытали из ПНД. Жесткая лодка есть жесткая лодка. Как бы садишься в нее и ты уже не боишься куда-то наехать, куда-то заехать, на берег заскочить. Можно вещи разложить перед собой, то есть столик, все. ПВХ такого, конечно же, не добьешься никогда. Вот. Конечно, ПНД лодки есть свои минусы. Это лодочный прицеп. Да. Это чуть больше стоимость. Ну и плюс, конечно, вес побольше. У ПНД материала очень высокое скольжение. Вот на берег подтащил — легко. Железную лодку так не подтащишь. Я вот по себе знаю. ПВХ лодку тоже самое, так не подтащишь. А это прямо на скользко. Подтащил, скинул ее. В общем, я просто сегодня, если честно, кайфанул. Впечатлен. Впечатлен, да. То есть я думал, что это классно, но настолько они вот ходкие, именно такие скользкие, быстрые, веркие, что это просто класс, конечно. Это надо попробовать самому. Ну все, друзья, мы сейчас потихонечку собираемся. Спасибо Якову за сегодняшние покатушки. За покатушки. Я думаю, что это будет не первые и не последние. И еще на рыбалочку, может, вместе по-любому сгоняем. Ну и покатаем. Еще, кстати, есть водометные лодки. Водомет. Водомет. А эта тема прям для меня очень интересна. И я хочу в это погрузиться на будущие года. Ну все, мы домой. Всем пока. Максиход, выбирай любое направление.